Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале, и настало время кабачков. И сегодня мы приготовим очень интересное блюдо, которое называется рулетики из кабачков, ну или фаршированные кабачки. Для этого нам понадобится кабачок, кинза, творог и грецкие орехи. Кабачок нужно почистить, конечно, отрезав у него вот эти части, заднюю и переднюю, и почистить от корочки. Конечно, свежие кабачки, которые только с грядки, можно и не чистить, потому что вот эта зеленая корочка, она очень мягкая. И она нам совершенно не мешает. Но у меня кабачок из магазина. И поэтому я предпочитаю их чистить. Затем мы его нарежем на тонкие длинные полоски. Чем тоньше, тем лучше. У меня вот не совсем получилось то, что я хотела. Для начинки нам понадобится кинза, творог и грецкие орехи. Кинзу мелко порубим. Отправляем все это в емкость, где будет смешиваться. Дальше порубим ножом грецкие орехи. Надо его не рубить, я немного прокатаю скалкой. Так быстрее. Так, орехи тоже отправляем в емкость для смешивания. И теперь сюда же идет творог. Кинза очень хорошо сочетается с орехами и творогом. Так у нас получились вот такие вот слайсы из кабачков. Я беру нашу начинку, кладу на кабачок, даже много положила. И закатываю все это рулетиком. И закрепляем мы этот рулетик зубочисткой. Вот так. В таком виде я их складываю в нашу емкость для запекания. Ну и так дальше. Чем кабачки тоньше, тем вам легче будет все это дело скрутить. Творог и кинза дают очень вкусный
такой привкус. А кабачок, он же у нас абсолютно нейтральный. Вот видите, у меня немножко толстоватый слайс получился. Поэтому лопнул кабачок. Но ничего страшного, мы его сейчас закрепим. Кабачок, он нейтральный, и поэтому он принимает свойства тех продуктов, которые мы в него кладем. Он может быть и сладкий, он может быть кислый, он может быть острый. Что мы хотим с ним, то и сделаем. Так, я отправила кабачки в емкость. Вокруг можно положить нарезанные кабачки из тех обрезков, которые у нас с вами остались. Я сейчас так и сделаю. Я даже не буду убирать начинку, чтобы она дала нам вкус. Получилось у нас подушечка из кабачков. Если хотите побольше, можете сделать побольше. Мне больше не нужно. И все это нужно залить какой-то заливкой. На ваше усмотрение. Вы можете посыпать это сыром. Это будет прекрасно. Вы можете полить это майонезом. Вы можете полить это сметаной. Это все будет замечательно. А можно добавить вот так немножко этой начинки сюда кругом. И я хочу залить в этот раз томатным соусом. Мне почему-то захотелось сделать их поострее, и поэтому я добавлю томатный соус. Итак, несколько ложек томатного соуса. Закрываю все это фольгой и отправляю в духовку. Примерно минут на 30. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Ну все, поехали. Прошло полчаса. Я достала из духовки. Так, наши кабачки протушились. И теперь мы сунем минут на 5, чтобы была красивая золотистая корочка. Ну вот,
и испеклись наши с вами кабачки, рулетики кабачковые. Получилась вот такая вот вкуснятинка. Пора пробовать.